Новое здание театра «Кукол Сказка» в Барнауле планируют открыть до конца этого года. Возможно, успеют ко Всероссийскому фестивалю «Зазеркалье». Наш театр «Кукол» принимает его в начале ноября, и в списке площадок значится строящийся объект. Изначально завершить стройку здесь планировали в конце июня, но, как нам пояснил представитель единого стройзаказчика края, сроки сдвинулись из-за проектных изменений. А именно, в театре на треть увеличили количество розеток. В ходе исполнения государственного контракта представителями театра были внесены изменения в проектную документацию в части дополнительного оборудования, установки дополнительных розеток. Это установка видеоэкрана и возросли мощности по оборудованию в плане светового оборудования. Кроме того, пояснил специалист, тормозили работы сильные морозы и строительство ливневой канализации. Добавлю, что сроки сдачи объекта переносили уже два раза. Сначала в графике значился июнь, затем сентябрь, а теперь уже конец года. Сейчас на объекте ведут наружную и внутреннюю отделку, прокладывают инженерные сети.